Приветики! Добро пожаловать на первый урок. В этих видео я буду тебя мотивировать и рассказывать о том, как можно проходить урок, где можно поменяться ролями, как можно упростить или усложнить задание и про другие моменты, которые я по опыту знаю, что вероятнее всего у вас появятся. Перед уроком нужно выдохнуть, отложить все свои раздражения. Если не получается, то перенести урок на попозже, когда будете в ресурсе. Я, например, не могу проводить больше 6 уроков в день, потому что уже дети начинают бесить. Ошибки одни и те же, моменты сложные, остаются сложными, они слишком долго соображают. Ну, в общем, ведут себя как дети и вытаскивают из меня всю энергию, все расположение. И я потом как выжатый лимон. Но у тебя только одно занятие, поэтому постарайся отдавать как можно больше радости, поощрения, там, всего такого. На первом уроке вы смотрите видео о том, как строится Present Simple, и одновременно я показываю, что все времена этой группы Simple, они строятся одинаково. В группе в любом времени, прошедшем, настоящем или будущем, будет деление на три стрелочки. После просмотра этого видео, оно идет минут 10, самое длинное из всех в первом блоке, вы рисуете таблицу. Ты должен еще раз объяснить ребенку, что три стрелочки — это три варианта. Не может быть двух вариантов одновременно. Нужно выбрать один. Если есть действие, любое действие в прямом понимании, то нужно идти через вспомогательный глагол. Это легко запомнить. Вспомогательный do переводится как делать, да, действие какое-то. Если есть действие, нужен do. Даже если плюса его нет, то мы о нем помним, что построить минус или вопрос. Но иногда он даже есть в плюсе. Например, I do want ice cream. Тогда это акцентирует внимание на действие. Я реально хочу мороженого. А если действия нет, то проверяем, есть ли модальный глагол. Вы увидите там видео. А если нет ни одного, ни второго, то там будет to be. Потому что глагол в английском нужен всегда. Если ребенок не соображает, то ты спрашиваешь, есть ли действие? Нет. Есть ли модаль? Нет. Значит что? Значит, остается стрелочка с to be. И остальные мы не используем. Мы начнем с глагола to be. Но все равно это запомните. Главное, что вы не нервничаете и примите, что эту таблицу он реально освоит где-то за полгода. Дети могут логически что-то не понимать, но рано или поздно это случится. Может, еще даже возраст не тот. Далее мы работаем со словами. Я проговариваю то, как можно запомнить слова в аудио, и прописываю еще раз ниже. Но придумывайте свои ассоциации, аналогии. Множество этих вещей мне подсказали вообще сами дети. У нас в жизни очень много английских слов, но мы уже даже не замечаем, когда ими пользуемся. Здесь можно и посмеяться, что-то придумать, там, показывать. Момент «хотеть пить». Мы переводим именно «хотеть пить», да, а у них «to be thirsty». Мы не говорим «я жаждущий влаги», «я испытываю жажду», мы говорим через слово «хотеть», да, и тогда мы должны идти в английском, да, точно так же «I want to drink», потому что появляется глагол «хотеть». Но здесь нужно запомнить фразу to be thirsty именно по аналогии с to be hungry. Хотеть есть, хотеть пить, но это через to be в английском. Потом мы загоняем слова в оперативную память. Ты спрашиваешь на русском, ребенок ищет на английском их прямо у себя в картинке. Подсказывает ему строчку или букву, потом пусть он вас поспрашивает. Это все сближает, да? Пусть тоже придумает, как подсказывать, да? Может показывать пантомиму. Через жесты они тоже отлично запоминают. И переходим к книге. Первый раз, как ты уже знаешь, из марафона вы сначала слушаете. Вы должны создать общую картинку текста. Даже отдельные слова подойдут. Потом вы включаете второй раз, и каждый у себя записывает пропущенные слова. Потом вы сравниваете ответы друг друга. И вы должны убедиться, что написали правильно. А уже потом только проверяйте себя по полному тексту. Здесь текст легкий, я не думаю, что возникнут проблемы. И вы, ребенок должен прочитать текст, перевести его, а потом вы уже переходите к shadowing и идете вот вместе со мной. Старайтесь не быстрее, не медленнее. Если слишком быстро, то делите на абзацы и предложения. Там в уроке расписано, как конкретно это делать, но не нужно добиваться идеальности. Это только первое занятие. Это все сложно. Оно может не получаться сразу. Это нормально. Главное — избегать стресса. Если вы идете по перевернутому уроку, где главный ребенок, то вы все равно практически все делаете вместе. Новые слова, книга. Только ты делаешь первым. И делаешь ошибки, не забывай. Когда
переходите к упражнениям, тоже делаешь ошибки, да? Если он замечает ошибку, то стимулируйте его рассказывать полностью через правила. Если есть доска, на которой можно писать фломастерами, пусть рисует, ищет. Они, кстати, диктанты там отлично пишут. Если он не может найти и объяснить, почему, не может вот реально объяснить, почему, то ты рисуй вместе с ним. Идите вот прям по этим стрелочкам, да? Еще про упражнения. Я хочу сразу сказать, что я подразумеваю прохождение всех, практически всех упражнений устно. Мы будем проверять письменную грамотность, но по-другому и позже. А дальше. Мы переходим к упражнению, где нужно выбрать местоимение. Здесь, да, есть такой момент, что они не всегда дети понимают, что он и я — это мы, Катя и Аня — это они. Вот. Разница в английском только то, что he и she в английском — это люди, а все предметы плюс животные — это it. А во множественном числе и то, и другое будет they, да, как бы. Еще будет момент с you. В английском, в принципе, нет местоимения «ты». Они ко всем обращаются вежливо, на «вы». «Вы, Татьяна, хотите кофе?» Множественное число у глагола после «вы». Да? Как бы всегда. Мы переводим, как нам удобно, через «ты» или через «вы». А ребенок будет путаться, потому что у него одно множественное, второе единственное. Но вы напоминаете, что англичане очень вежливые, поэтому они не тыкают всегда «вы», а «с вы» глагол во множественном числе. Второе упражнение – это перевести очень простые предложения на английский. Главное не пропускать глагол. Помните про мигание, да, которое было уже в марафоне. Если вы идете по перевернутому уроке, не забывайте делать ошибки. Он должен учиться это все улавливать. Научиться, кстати, этому хорошему навыку еще до университета, где все на коллоквиумах и докладах думают о том, что им нужно сказать, а не о том, о чем говорят другие. Вообще никого не слушают. Вот. И последнее, что мы делаем, это усложненное эхо. Я говорю на английском, а вы должны не только сказать, но еще успеть перевести и сказать со мной. Это гораздо тяжелее, но это увеличивает скорость мышления. Потихоньку вы начнете успевать. Вы же только что его сделали. В конце похвалите его, порадуйтесь, вспомните смешные моменты. Пусть ребенок напишет комментарий под уроком, если захочет. В общем, обсудите все. До следующего урока вы можете распечатать слова, разрезать их, развесить, поиграть с ними как в карты, подучить. Да, главное, что ребенок чувствует, что он не один, что ты тоже учишься, да. Надо спокойно признаваться, я всегда признаюсь, что если чего-то не помню или вылетело слово, с тем, как я учу немецкий, мне иногда вообще все буквы перепутываются. Ничего страшного, можно сказать, они посмеются, они будут понимать, что это не страшно делать ошибки. Все их делают, это нормально. И они так будут гораздо, гораздо лучше учиться.